Всем привет, ребята! С вами Динамит. Это мое новое видео по играм на презентации PowerPoint. Эта игра называется «Найди слово». Переписка «Лол». Нажимаем, как всегда, F5. Левую кнопку мыши на «Лол». Слово «Файна». Надо найти слово. Вот. Ищем вот слово «Файна». Стоп, игра меняет. Мясо. Полное мясо. Мама, ты покакал? Ответ. Нет. Прям жестко ответил. Прямо четко. Папа, я тебе. Папа, типа, он тебе пишет. Я тебя джага-джага. Ответ. Нет. 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 Такая перспектива меня не устраивает. Третья глава. Три глава будут игры Нефр. А, это типа анонс игры моей Нефр. 15-12-2022 год, как я понял. Но я немножко затянулся, и до 15 числа я не дотянул. Только 4 дня назад сделал. Все. Такая вот коротенькая игра на 9 слайдов. Следующий видеоролик будет. Сейчас я расскажу очень важную информацию. Мой YouTube канал не забросился. Я просто перестал туда снимать видеоролики. У меня не было времени, началась учеба, сейчас каникулы, буду каждый день выкладывать примерно по 2 видеоролика, а то и по 3, если, конечно, будет не хватать сил. Еще самое главное, 9, у меня 27 подписчиков. Ребята, давайте, кто смотрит это видео и не подписан, пожалуйста, поставьте лайк, подпишите на канал, напишите добрый комментарий, злой, любой, чтобы у меня был актив. Я злой, конечно. И, ребята, я по прошлым видеороликам не поставил ссылку на Небуди. Я не помню, или сказал, или не сказал, но я не поставил ссылку на Небуди. Думаю, не нужен будет. Там нету никаких авторских прав. Надеюсь. Ладно. Всем пока. До новых встреч.